Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на мой кулинарный канал. Сегодня хочу показать рецепт фаршированных перцев в веганском варианте. Нам понадобится готовый рис, лук, морковь, чеснок, соевое мясо. Предварительно его замочила в горячей воде на 20 минут. Специи: шафран, паприка, сушеный чеснок, зира, барбарис. И сами перцы. Морковь я натерла на терке, лук, соевое мясо и чеснок очень мелко нарезала. На разогретом масле обжариваем специи не больше 30 секунд. Далее добавляем лук и чеснок. Затем добавляем морковь. Далее добавляем соевое мясо и все тщательно перемешиваем. В конце добавляю рис и даю постоять несколько минут. Подготовим перцы. В классическом варианте срезают верхушку, но при приготовлении перцы не всегда бывают устойчивыми. Поэтому предлагаю срезать кончик. Семена легко удаляются ложечкой. Фаршируем перцы. Важным компонентом блюда является соус. На сковороде разогреваем масло и добавляем муку, после чего начинаем интенсивно размешивать. Масса должна быть однородной, без комочков. Можно добавить паприку и черный перец. Далее добавляем несколько ложек томатной пасты и опять интенсивно размешиваем. Только тогда, когда все стало однородным, добавляем совсем немного воды и продолжаем интенсивно размешивать. Во время приготовления соуса нужно следить, чтобы не было комочков, и масса всегда должна быть однородной. Вода вводится постепенно, маленькими порциями. Таким образом, густоту соуса нужно довести до консистенции жидкой сметаны. Когда соус готов, ставим наши перчики. После закипания ставим на медленный огонь и готовим около часа до мягкости перцев. Фаршированные перцы – это самостоятельное блюдо, поэтому гарнир к ним не требуется. Но при желании вы можете подать с картофельным пюре или овощным салатом. Главное — подать с большим количеством соуса. Приятного аппетита и до новых встреч!